Молодец. А у тебя книжки. Книжки ты обводишь, да. А теперь с другой стороны. Я так уже здесь. Ай, прости, не заметила. Вот ниже. Вот наверх. Ой. Пониже возьми фломастер. Стой. Пониже, сынок. Вот так. Раз, два. Вот молодец какой. Так, теперь здесь. Эй, мы... Смотри, здесь плюсик, да? Сначала от единички к звездочке, потом от двоечки к звездочке. Сначала от единички к звездочке. Стоп! За звездочку не вылезай, хорошо? Я звездочку не буду вылезать. Теперь от двойки к звездочке. Здесь будет все синее, нужно синий фломастер взять. Голубенький, ну возьми. Еще синий. Давай я этот закрою, а ты возьми пока другой. Голубойчик. Только сядь. Хорошо, я выбрал голубой. Ну молодец. За звездочку не вылезай, хорошо? Надо тренироваться, доводи только до звездочки. И пониже возьми. Ой. Давай, от двойки. Здесь делаю стрелочки. Да, по стрелочке. Не, зая, веди. Я сделаю стрелочку. Так там уже нарисована стрелочка. Мне там немножечко маловато. Маловато? Большую. Сынок, иди к звездочке. Что? До звездочки веди, не надо тут останавливаться. Тут не надо, тут надо вести и все. Да. На звездочке останавливайся. Давай дальше. От единички к звездочке. Я сейчас еще быстро найду. Давай. Идем. Звездочка уже близко. Почти довели. Не шатай только. Стоп. Ведем, ведем, ведем. Веди, веди, все верно. Да, да, правильно ты делал, правильно. Это такие плюсики. На звездочке остановка. Дальше нельзя вести, хорошо? Давай дальше, плюсик. Такие хорошие задания. Любишь такие хорошие задания? Да. Здорово. Молодец. И еще палочка. Будет плюсик. Стоп. Да. Молодец. Плюсик. Плюсик. Ага. Теперь такие необычные крестики. Похожие на букву Х. Да? Да, это и есть буква Х. Да. Давай опять. От единички. Красной звездочки. Молодец. Теперь от двоечки. Ведем уже близко. Стоп. Молодец. Буква Х. Уже без стрелочек. Это такой плюсик. Да, необычный такой. Сначала красную, да? Да. Давай уже возьмем красную. Давай. Давай возьмем красный цвет. Одевай сверху. Или можешь не одевать. Правильно возьми. Я хочу не одевать. Можешь не одевать, как тебе удобнее. Вот так. Ну, отлично. От единички к звездочке. Ведем вниз. Стоп. Теперь голубой цвет. Давай. Я хочу одеть. Держи голубой. Давай.
Вот. Теперь от двойки к звездочке голубой. Не всегда так удобно. Ну, хорошо. Доводим до звездочки. И на звездочке остановка наша. Да, я остановлюсь, сейчас сяжу. Да, ты умница. И последний плюсик, да? Да, это плюс. Хорошо, давай. Вот так. Ой. И следующая линия. Вот, молодец. Теперь вторую страничку, да? Угу. Это мы уберем. Это да, такие щипцы. Мальчик ими берет коробочку и игрушку. Щипцы такие необычные. Нужно провести линию, как молния. Раз, два. Чтобы, раз, два. Чтобы пока уметь. Чтобы он смог взять эти предметы. Давай, начинай по стрелочке. А это, чтобы пока уметь, это вопрос в нитку. Ну, отлично. Давай, начинаем. Первые щипцы. Как молния, да? Это не молния. Это такие. Подожди, сыночек. Подожди. Надо получше взять фломастер. Я все равно не буду останавливаться. Фломастер получше взять. Нет, 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 нет. Мне вот так удобно. Давай фломастер. Да, поворот. Поворот. Как молния. Как молния, да. Такие крутые повороты. Острые, да? Вот, молодец, дошел до конца. А что у нас с другой стороны? Опять необычные плюсики, да? Да. Ну, садись. Давай напишем эти плюсики необычные. Сначала, может, по стрелочкам начнешь? Без стрелочек я сначала хочу. Ну, сначала с единички, потом... Двоечки, да? Давай я двоечки, потом единички. Ну, попробуй. Ну, ладно, я попробую. Ну, попробуй, посмотрим, что получится. Стоп. И... Стоп. Молодец, ты на звездочке остановку делаешь. Дальше. На стрелочки. Теперь со стрелочками? Да. Давай со стрелочками. Какая у тебя красивая ровная линия. Да, прелесть. Вот так я сидела. Медленно-примедленно. Медленно-примедленно, да. И вот так. Молодец. К звездочке. Отлично. Такие ровные. Да. Просто прелесть. Да, садись. Еще у тебя вот остались плюсики. Ха. Несколько штук, да? Я всегда так хочу делать. Ну, делай, если тебе так нравится. Это у тебя такой способ необычный. Ну, хорошо. Очень красиво и ровно. Осталось 3 плюсика, да? Давай их тоже соединим. Вот так. И еще 2. Тоже без стрелочек. Эй! Ну что задумал? Ой, какие ровные, прелесть. И последний плюсик, да? Тоже будешь от двоечки вести? Ну давай.